Сегодня утром поступил на единую диспетчерскую службу к нам звонок от местных жителей по улице Космической, что обнаружили на дереве сидит птица, то есть не может сама как бы она выбраться, то есть запуталась. Наши спасатели, специализированная пожарная часть номер один, выехали на место. Значит, когда поднялись, то есть увидели то, что птица, в общем, был привязан поводок к ней, то есть к ножке, к лапке. И птица не могла самостоятельно выбраться, потому что запуталась, и была повреждена лапка у нее. Когда спустили, то есть помогли, на землю, в общем, птицу, когда спустили, то есть по внешним признакам, как бы, все показывало на то, что это как бы сокол, да, то есть какой только сокол, непонятно, хищная птица, вот. Владельца так и не нашли, то есть кому принадлежала эта птица. Единственное, что местные жители, конечно, там вынесли воды, то есть напоили птичку. Хотелось бы отметить, что вообще часто у нас выезжают спасательные подразделения на подобного рода случаи, но, конечно, не хищные там птицы, да, они часто не встречаются, но, по крайней мере, кошки, собаки, то есть в колодец падают, либо с дерева не могут там спуститься. Это да, это выезжают спасатели.